Ребята, приболел. Продолжаю убираться. Хочу показать. Вчера убрал сюда стремянку. Тут полочка такая была. Полочка снимается. Вон она стоит. Сюда убрал гладильную доску, потому что она стояла непонятно где. Поскладывал все тремпеля пустые. Сюда в сторону убрал. Вчера очень много разобрал обуви. Наверное, не знаю, пар 8 или сколько отдаю в госпиталь военный, может даже больше. Вот остались там в коробках обувь. Тремпеля сложил. У меня такой, я же перфекционист. Если я начинаю что-то делать, это полный звездец. Пилку отвезу на Игрень. Тут сейчас покажу. Кроссовки. Вот, ну, те, которые я ношу. Вот. И вот здесь кроссовки. Тут ботинки зимние. Вот эти вот Джордан, только не зимние. И вот еще тут три пары. И все. Все кроссовки у меня поместились сюда. Но это еще не все, Томас. Не лезь туда. Вот это я отправлю Гарику и Кэрри. Это герб Армении. Я думаю, что Коля говорил, что Кэрри вроде нравится он. Я хочу отправить. Сюда убрал кошачью переноску. Ну, в общем, все. Вот так вот у меня все сделано. Все красиво. Чистота и порядок. И теперь вот здесь надо навести. Вот у меня, кроме кухни, ребят, осталось вот этот, вот этот. Вот там я убрал вот эти вот две штуки. Сейчас книжки до книжек, коробки до коробок. Сейчас разберусь. Здесь у меня, смотрите, у меня кроме цветов, вот тут то, что было, помните, наставлено, все это повывозил. То есть у меня под софой нет ничего. То есть я люблю вот такую пустота, чтобы было, чтобы все просматривалось. Здесь то же самое, только вот вазочка одна. Ну все, надо, конечно, вымывать, все в шерсти, видите. То есть срач капитальный в квартире, ну, как бы по грязи. Ну, а потому, как она должна быть, как она должна выглядеть, вот меня устраивает. Вот у меня здесь ничего нету. Все убрано, видите? Просто, что пыльно. Ну, поняли, да? Как бы, вот меня так устраивает, чтобы было пусто. На окнах, я имею в виду. Понятно, что все надо мыть, шторы стирать, но такая пустота должна быть. Вот вазочки, больше ничего. Никаких тут утюгов. Томас каждое утро. Ой, какой красивый маникюр Оксана сделала. Ребята, у меня постоянно, не знаете, как бы стыдно ноги показать. Смотрите, как красиво сделала. Аккуратно. Ну, как бы для меня это красиво. Поняли? Для моих ног. И ты тут, и ты тут. Для моих ног, как бы, для моих пальцев. Это красиво. Вообще. Пятки так. Такие. Ну, в общем, хорошо делается. Да, ребята, когда засрешься, ну, даже не засрешься. Я же поубирал все это, я в ТикТоке показывал. Вот тут поубирал. Вот тут у меня чистота. Вот тут у меня пустота, тут только для кота принадлежность. Вот тут только коробочка там с открытками, это парик. Все, ничего нема, понимаете? Давление аппарата Лиса. Спасибо. Лекарства все сложено, понимаете? Вот здесь в тумбах поскладывал. Я такую работу, ребята, провернул, что вам не снилось. Потому что не мной тут засрано было. Вот здесь сколько я вещей попереставлял, если бы знали. Еще надо добраться мне. А, это тут что-то Коле надо забрать, наверное. Вот, комода, понимаете, все пустое. А коробки, зачем вот эти коробки? Ну, зачем занимать место? То, что можно сложить, не знаю. В полряда тут занимает, видите, сколько мест. Носков куча. Ну, носки, ладно, в коробочках. Господи, помилуй. Черт-те шо, понимаете? Вот черт-те шо. Это мотлох весь выкинуть.
Оце Колі, не ті. Я заберу. Заберу, увезу йому. Він каже, не надо, Касим, все заберу, увезу. Надо, не надо. Видите, сколько грязи, сколько пыли. Это все надо нанимать, понимаете? Надо начать шторы сперва снять, чтобы уже шторы повесить чистую квартиру. Так, и вот здесь мне надо разобрать. Так, вот что я не нашел, что это, блядь. Господи, римский император. Тициан. Так, это мои, да? Ничьи. Найки, какой-то размер. Господи, помилуй. Сорок два с половиной. Непонятно. Госпиталь. Так. Эстра. Это, наверное, госпиталь. Все, правда. Циколины оставлю. Так, это тапочки. Это что? Это Коле отправлю. Айнусы. Набираю говно, понимаете? Потом... Вот коломбец хороший его. Я буду тут. Все надо разбирать. Это мои, кстати. Ну, они грязные, надо их дома приводить. Вот так можно положить. Эти... Это тоже... Не знаю, цеки. Ой, это мои, ой, блядь, тоже в мусоре. Короче, пизду. Мне нравится, что это оцинковка или как оно. Вот все. Куда только тапочки кинуть. Смотрите, как можно. Видите, как минимально. Лишнее просто убираешь, не носишь. Я тут поубирал, вот у меня только кроссовки две пары, которые я ношу. Это все, значит, еще в госпитале тарабаню. У Коли спрошу, буду ли вот эти носить, нет? Фэшн 44. Нахер такое говно, зачем на кроссовках такой бред? Чем проще кроссовки, тем лучше, да? Вот так, ребята, постепенно все я убирал. Это большой титанический труд для меня. Вот здесь я все поскладывал. Даже не представляете, сколько тут было сделано. Все сюда поместилось. И пылесос, и утюг. И дрелька даже у меня есть. Это кроссовки на стирку я складываю. Все козел скинул полотенце, обоссав. Да? Помощник. Вот эти игры разберусь, куда деть. На балконе у меня пусто. Нет ничего, там только лейка. Ну и пепельница, все. И кухню. Естественно, кухню надо разбирать. Тут каждый шкаф отдельно, понимаете? Каждый шкаф, каждая вся отдельная будет история. Да это всего у меня не будет. У меня будет только часы стоять так, как у меня это было в первозданном виде. Понимаете? Все организую, все систематизирую. Перфекционисты, они долго собираются. Цветы Надя с мамой купили, уже засохли. Мусор. Уже все. Эти вот долго стоят. Смотрите, какие шикарные. Вот какие. Ну, тоже какие-то подпортятся. Я люблю цветы в квартире. Цветы в квартире вообще. Надо купить сухостой, поставить, чтобы стоял. Найти вот сухоцвет, или как оно называется. Чтобы стояло и стояло. Короче, работа тут была, ребята, огромная мной проведена. Как для меня. Как для меня огромное. Для кого-то, может, для какой-то женщины это за 2 минуты убрать. Но если бы вы видели, что творилось, я думаю,
Вы бы согласились, что для меня это титанический труд. Просто неподъемно. А, еще мне надо разобрать вот эту полочку. Тут тоже ужас. Видите, сколько пыли, сколько всего. Ничего, я не напрягаюсь. Зато все освободилось. Я люблю так, чтобы было пусто в квартире. Вот это для меня пустота. Чтобы ничего не стояло вещей. Вот там за углами. Вот это я не люблю. Поэтому все лишнее будет вывезено. Вот так. Уже надо кому-то. Я уже какие-то препараты, все подливаю, не знаю, я уже не знаю. Она пропадет, Андрюха. Ну, что делать? Ты что не сделаешь, что ты? Она, видишь, пожелтела, но она сразу видно, что больная, видишь. Ну что, вся, я да. Уже, чем только ее не подливал, я обрызывал. Главное, чтобы на тени перекинулась. А эти не, ну, слава богу. И надо выкорчевать, может. Да нет, я уже хочу. А вдруг, знаешь, похолодает, может, она отойдет. Замерзнут у тебя жуки, что там, может, там что-то. Я же подливал специально под корень. Это очень сложно, если оно заболевает. Надо, знаешь, такой специалист, чтобы был, который прям точно знает, что это. Да нигде. Каждый совет. Вот все зеленые, какие красивые. Вот, вот это самое высокое, самое высокое. Мне кажется, что и ца на подходе. Не, да где, смотри, она зеленая нормально, ты смеешься, смотри. Я не знаю. Она подходит, что ты уже скажешь, все. А если все пропадут? Да ну. Что это за бред? Те самшиды все пропали, помнишь? А что не пропали? Они же хорошие были. Тут один куст, второй так и пошло. Ох, все знают. Вот это хорошая. Вот это мне так нравится, вот это самое крайнее. Вот то, что где-то мы были, по-моему, ты говорил, я говорю, так тебя ж такая. Одна пропала. Вот такая? Да, Коля говорит, что тогда были, садили две, одна пропала. Коля говорит, знал бы, что она так будет хорошо, то прикинь, она такой, красивая. По краю такой посадить. Все какая места, красивая, там, а вот да. Эти какая вот эта уникальная. А вот это я не пойму, это елка или что? Представляешь, какая она красивая? Да, она вообще. Часть такая, и вот на ней вот эти то такие разные переливы. Как будто их две тут, да, две башни такие. А я ж тебе звонил, бо Светлана ж ехала до Коли. Ты хотел спросить, как ты будешь, чтобы ты заехать, чтобы консервацию, чтобы Светлана не везла. А Светлана все взяла, в сумку закинула. Какую консервацию? Говорю, не бери, будет сам ехать, ты дам, говорю, так. Понял? А-а-а. Она взяла в сумку с собой в банке. Да ну. А говорю, для чего будешь тащить? Ну она продамали. Вот это интересное тоже. Вот это вот классное, да? Вообще такая богата. Ну вот это что плохо, я Коля говорил. Да что-то близко посадили вы ее. Я говорю, надо ее. А он говорит, да то надо, знаешь, сколько. Да что, а кто то, где голова была? Так садить все рядом. Какая голова? Ну на плечах, которые. Не была голова садить, это дерево рядом, вот себе елку. Ну ничего страшного. У забора. Можно взять вот это, пересадить и все. Пойдет. Это такая, что в ширину пойдет. Так знаешь, что я сделаю? Я возьму, наверное, вот эту ветку к ногтю. Как ногти? Ну так обрежу ее, а как будет высрасти, вот эти пообрезаю, поверх растет. Да не, она же такая разрастается кроной. Да она тогда мне и забор курвает поднимет. Ее надо пересаживать. А куда ее? Куда? В огород? Вот скажи, я не знаю, куда. Туда уже? Сюда ближе оттягивать. Хотя бы вот сюда ее надо было садить. Вот сюда. Хотя бы. Это осень. Або да. Еще ближе даже. Там, мне кажется, на самый край, вместо вот этого. Да то, как ее садить, это надо все убирать. Да это чокнешься. Я посажу. А это что раз? Груша? Какая груша? Что это? Персик? Ты что, смеешься? Магнолия? О. То есть раз, два. А видишь у нее вот эти вот? Видишь, ну, не будет, уже не будет. А что ж оно почки есть, видишь, это засохший все. Из-за того, что тепло. Я ничего там. А внутри само, есть? Оно само отпадает. А внутри есть? Внутри есть, да. Смотри, так что ты говоришь, не будет, глянь он. Не будет. Оно уже пару раз так пускало, да? Не будет. Не будет. Пару раз так пускало. Не, красиво, но натыкано. Да, потому что нет места. Тут засадить. Вот тут садили, вот тут у мамы под окном. А ты как, не простывший, Андрей, не? А? Не простывший ты, не? Я не, а я чего буду простывший? Принесешь мне, вынесешь мне сигареты? Сейчас. Маме я говорю, возьми грабли пластмассовые такого, она веником листья собирает. Так же. Да хоть як. Устала, пошла, поела-то спит. Став, цей нас сам ногу задрав. Вот так. Да, все колеса по всему. Вот так, справились. Спасибо. Что, белеет у него, да, глаз?
Да. Ну, тот говорил, ну, я сразу тогда заметил, я думаю, как так? Говорю, тот вообще? Говорил, что будет глаз белеть. Он говорит, что он вообще белый-белый станет. Ну, ой, да. Белый-белый. Он говорил, что будет со временем белый-белый становиться. Он говорит, что и он ничего уже, не сделает. Он уже говорит, ничего не сделать. И ему капли капал, ну, что оно, ничего. Ну, не даже слепой, если будет, он все равно будет ориентироваться. Он все равно по нюху ориентируется. А ты думаешь, вот это, когда даже на остановке Светлана его подобрала, почему он между ногами лазил и к ноге тулился? Он уже плохо видел. Он уже плохо видел, наверное, да? Просто не заметил. Вот то, что он даже как маленький был, я помню, он сразу все до ноги тулится и подумал. Чарли, да? Да. Ну, это я сказал тебе забирать, да, мутный глаз. Подумаешь. У нас вот Доля старенькая была, она была слепая. Она ориентировалась домой даже. Шел. Опять стучит Андрей машина и стучит еще больше. А. И стучит при повороте, и как-то, и когда сбрасываешь все педали, вот, знаешь, докатываешься, вот чуть-чуть тормозишь и убираешь педали, когда не нажимаешь. Вот в этот момент так тук-тук. Но это не рулевая. Если бы рулевая была, то рулевая. Она в руль не отдает. Нет, это не сзади рулевая. Стучит. Вот там, где колодки меняли, они не могут найти. Перепроверили все. Я же загоняли машину опять с 9 утра. Наши до. Они не могут на компьютер загонять. Нет, все на идеальном состоянии на компьютере. Наши же зафигня. Непонятно. Кто-то говорит, ступится, может, кто-то говорит, что колодки, может, диски надо менять. Да колодки. Ты же менял. Ну, может, надо диски вместе с колодками менять. Может, диск что-то. Ну, не знаю, непонятно. То стук, ну, стук. Диски новые, сколько там это. Ну, я не думаю. Ну, черт знает. Ну, если будет стучать, я поеду, скажу, ребята, ну, давайте как-то что-то делать. Она не должна стучать. Ну, не должна стучать. Мало ли что это. А если оно, блядь, отлетит колесо у меня по дороге? Да не, отлететь-то оно не отлетит. Ну, что это? Ну, колесо тебе отлетит. Откуда я знаю? Чарли, скотина. На тебя пишу. Вместе с собакой ты будешь обсыкать, будет запах. Ну, тормоза, я не думаю, что это жидко. Есть тормоза, у тебя же бачки все есть. Ну что она может? Это надо специалиста хорошего. Такой специалист. Вот ехать. Только они поменяли, вот они мне что-то в рулевой планке делали. А до этого же не было. Не было вообще. Значит, они что-то наделали. Ну не знаю. Значит, хорошие специалисты там. Значит, такой у них там механик. Уже у Чарлика такой хвост толстый. Ага. Ух. И как у койота. Вчера его чесал. Он же раньше убегал, теперь молодец. Ну, как он любит. Угу. Слава Богу, хоть погода есть. Целый вот день материал. Говорят, что с 13 числа похолодает. Ну, хоть сделать, так хорошо сделала. Оксана вообще супер сделала. И педикюр тоже, так пятки хорошо. Боже, мне такие ноги стали красивые. Не, она хорошо делает. Очень Светлана хорошо, тоже да. К ней ходит и говорит, что довольна. Такие, блин, ногти страшные на ногах. Так сделала идеально. А я пятки, господи, ножом обшкребал. Я сильно много, то беру болгарку, диск одел. Что Света приболела, да? Ну, та Света же и была уезжала, у нее горло. Приболела. Вот это ж перед отъездом она делала себе ингалятор. Вчера звонила, говорила, что... Не, какой вчера? Сегодня звонила, говорила, что шла в аптеку. Лекарства покупать. Говорит, что сайгак такой, что страх, коли там ему еще какие-то новые игрушки купил. Говорит, так гоняет, что да, да. Света говорит, я же разыгрался. Гладишь нормально, перестала гладить, начинает кусать. Света говорит, что вообще он такой живчик. Интересный, да. Не такой, как тут был. Там он с человеком постоянно. Такой смешно, говорит, бежит, а сзади яйца торчат, говорит, весь такой голый жопа, говорит, и такой игрушками играть, говорит, только два яйца торчат. Смешно. Интересный кот, да, интересный. Ну, он теперь хоть, знаешь, поживет, хоть сколько ему отмерено. Да. С человеком постоянно. Ну, а сейчас ему вот такой, как... сколько ему? Да лет 12, наверное. Да, то еще кот будет жить и жить. А ты, по-моему, больше, чем собаки живут, или нет? Да по-разному, я сейчас такие коты, что по 30 лет живут. Ну, смотря какая пара. Знаешь, 30 лет? Не, ну, между прочим, вот такие коты, что уличные вообще, что простые, они больше живут, чем породистые. Даже и собаки. Ну, да, я тоже слышал, что простые. Даже и собаки так же самое, которые простые, они больше живут. Ну, те искусственно выведены, они какие-то слабые. Да? На почки слабые. Ну, кто там человек взять? И на сердце.
нас доля похудала, а Вильчик начал поправляться. Вильчик уже старый хрен. Вильчик уже седый, блядь. В колобочек. Сколько ему же лет? 7? Ну, уже до 8. Да он же и ходит. Он. Да что ты неправильно считаешь, до 8? Да. Ну, то посчитай. Вы сколько тут лет живете? Смотри, 6. А попугай у нас на 2 года раньше. Может, 10 уже лет? 10, Тимошки. Ну, а что ж ты хочешь? А Коля спросил... А сколько Коля... попугай живет? Ну, она говорила, что этот попугай не разлучка, а 15-14 лет. Да. Но все равно, видишь, как ему осложнение дало. Да, как он вылечили его. Я думал, что он умер. Не летает? Не летает. Едет, но не слабо летает. Ему, наверное, вот эта болезнь дала. Может, надо, знаешь, его чаще выпускать, чтобы он разрабатывал? Я его беру на плечо, и он по плечу, не так, как раньше он там лазил. Он бедный так, а потом... Падает и бедный цепляется за футболку. Но видно, что еще слабый. Никуда. А боюсь, я так его, знаешь, подбрасывать, то, не дай бог, полетит и в окно, не дай бог, ударится. Да, упадет. Вот у Коли, спроси у Коли, в каком году он пошел в ресторан работать. Вот это он пошел в ресторан работать и Вильчика подарили. Мы Вильчика дали, да, я помню. Ну, это считай, сколько мы были в ресторане, и уже сколько лет. Уже Вильчику так и есть. Ты посмотри на Вильчика, мордочка тумба, вся белая. Тумба, здоровая тумба. Ох, здоровая тумба. Вчера я хорошо играл. Боже, какая у нас команда была хорошая. Да? Поддержка была, да? Да, была хорошая. Я тоже вчера играл. А где ты вчера играл? Я это тебе искал, а ты все там был, только в трансляции. Да? Ну, ты долго был в трансляции? Я играл потом. Ну, я так разве, вот. Я думал, так бывает, играю, знаешь, поговорю. А сколько ты где-то? В 11 начал играть? Нет, та где в 11. Я уже в 10.30 с Алисой сыграл 5-0. В 10 часов я уже закончил. А ты еще был в трансляции. Нет. Так нет, в трансляции еще был. А, ну я почти до 3. Мне еще писали, Самвел не играет, Самвел в трансляции. А так, ну и что же в трансляции? Ты добавляйся. А там выключено было, да? Да. Там на пригласить я нажимаю, а оно не добавляется. А, бывает такое, надо обновить страницу, понял? Зачем? Ну, например, я к тебе... Знаешь, как бывает у меня на айфоне? Надо сбросить вот эту вот, знаешь, как вот эти шторки, уж страницу. Ее надо сбросить, потом нажать опять на ТикТок, опять крестик нажать, и появится не начать трансляцию, а восстановить. Может быть. Так надо делать. Может быть, надо будет обновить. Ну, ты все равно, ты же не играл. Ничего, я играл, я с одним, и с вторым, и с третьим, и с Шпаком играл долго, и играл с Алисой, и еще с кем-то. Хорошая команда была, хорошая, так поддерживали. У меня еще таких подарков не было, такая, да? Бабочка такая здоровенная. Вчера мы сильно играли, а потом уже под конец уже повыходили, то я уже не играл, вот. Уже Доля, не поддерживали, уже все. Доля, тикай. Какой-то мужик зашел, повар. Не знаю, так одеты, как повар, бог его знает. И играли, но там у него тоже была поддержка хорошая. Он такой был счастливый. А потом мне начали подарки бросать. А он заматюкался. Я хотел ему, говорю, играем дальше. А он заматюкался, сразу отключился. Разнервничал, что проиграл. Не, ну бывает, Даша. ТикТок такое дело непредсказуемое. Да, ты такой выиграл. Может выиграл. Зайти непонятно кто и такого тебе накидать, что офигеешь. Ну смотри, вчера у меня было 15 человек, а какие подарки бросали. Они раз 70-80, боже, просишь, на эти сердечки летят через одного, а народу много. А вчера 10-15 человек. Бывает такое, да? Это все зависит в конце, вот это снайп, ну, подарки да. Когда. Не раз играешь, то даже 3 розочки не могут бросить.